Первое включение, первые сигналы. Проверяем питание плюс 5. Есть. Проверяем генератор D1, D2. D1, четвертая нога, это выход. D2, это вторая нога, восьмая нога, выход. Девятая нога, выход. Одиннадцатая нога. И 12. Проверяем счетчики D3, D4. Выход вторая нога. Третья нога. Шестая нога, выход. И седьмая нога, выход счетчика. И D4, вторая нога. Третья нога. Шестая нога. Счетчик. И седьмая нога. Проверяем счетчики E5, D11, D12. Восьмая нога, выход. Девятая нога, выход. Одиннадцатая нога, выход. И двенадцатая нога. И D12. Восьмая нога. Девятая нога. Одиннадцатая нога. Двенадцатая нога. Проверим частоту 3,5 МГц на процессоре. Шестая нога. Есть сигнал. Проверим работу генератора контроллера дисковода. Четвертая нога LN1. 8 МГц. И десятая, это 11 нога выхода. И 13 нога. Пока все. Проверим сигналы видео выхода. Сначала посмотрим синхросмесь. R, G, B.